Всем привет! Сегодня день тестов, и мы постреляем из РПГ-7 и РГС-50М. Обращаю ваше внимание, что данное изделие не является оружием, а представляет собой макеты, напечатанные на 3D-принтере и имеющие возможность стрельбы, сертифицированной пиротехникой, а именно иглы от StrikeArt. Первым на очереди стрельба из гранатомета РПГ-7 с установленным прицелом ПГО-7В. Специально для этого была переработана рукоять, и теперь крепление прицела наклонено относительно продольной оси немного вниз. Постараемся проверить дальность прямого выстрела по прицельной сетке прицела ПГО-7В. Также проверим, как поведет себя пластик при температуре минус 18 градусов. Сегодня как раз такая температура. Примерно 60 метров. К сожалению, в этих сугробах и на камеру сейчас не видно туда, куда упала стрела, но дистанция примерно 60 метров. Далее следует еще один гранатомет. Реплика гранатомета РГС-50М. Историю данного гранатомета я рассказывать не буду, сами погуглите. А сразу же перейду к устройству гранатомета. Так как это не итоговая версия, в нем выполнены не все элементы оригинального гранатомета. Тем не менее, присутствует рабочий курок, амортизация приклада, переломная конструкция, даже экстрактор был, но на время съемки пришлось его убрать. Задача – просто пострелять. Хлопки еле слышно. Еще один выстрел. Возьмем повыше. Заводим. Всего метров 70-80. Что хотел сказать про РГС-50М. Из-за своих габаритов он не особо сильно отличается от РПГ-7, и в моем случае предпочтительно выбрать РПГ-7. Это более антуражно, более интересно. Из-за своих габаритов РГС перед РПГ не имеет особых преимуществ. Ствол короче, со всеми вытекающими последствиями. Да и смоделирован и распечатан он был больше для души, чем для реализации. Дальнейших работ по данному гранатомету проводить не планирую. Все интересующие меня технические вопросы были решены и приняты к сведению. На их основе я попробую сделать что-то более компактное и простое. И, скорее всего, на кикшеллах. Вижу большие перспективы в использовании именно этого типа пиротехники.
А на сегодня все. Всем здоровья, с наступающим и до скорого.